Дорогие друзья, всем большой салам. Всех приветствую, кто зашел посмотреть данное видео. Сегодня на обзоре колонки фирмы Sanyo, модель Prezen 5. Всего в линейке было 3 модели: тройка, пятерка и семерка. У нас же на обзоре пятерка. Это трехполосная акустическая система. Размер ВЧ динамика 5 сантиметров, он конусного типа. СЧ динамик 10 сантиметров, он тоже конусного типа, на мягком тканевом подвесе. НЧ динамик 24 сантиметра. Диффузор у него плоский, на мягком тканевом подвесе. Такой вот необычной конструкции, называется она Twin Drive. По заявлению фирмы Sanyo, о такой конструкции мечтали многие другие фирмы, но воплотить это в жизнь удалось только фирме Sanyo. В чем же необычность этой конструкции? Что означает вообще вот этот Twin Drive? Переводится как сдвоенный привод. Попытаюсь объяснить, что это такое. То есть вот эта часть конструкции динамика, здесь расположен магнит внешний. Также есть и внутренний магнит, обычно, как мы привыкли это видеть. То есть в то время, когда внутренний динамик толкает катушку вперед, то наружный динамик ее втягивает. То есть он внутренний отталкивает, наружный втягивает. И наоборот, когда наружный ее отталкивает, наружный внутренний ее втягивает. Ну вот как-то так. В целом, что это дало? С помощью такой конструкции удалось снизить резонансы. Простыми словами, от этой конструкции мы получаем больше басов без искажений. Максимально заявленная мощность 120 Вт. Акустическое сопротивление 6 Ом. Диапазон воспроизводимых частот от 55 Гц до 20 кГц. Чувствительность 90 дБ Вт на метр. Колонки сделаны. Акустическое оформление, закрытый ящик. Вес одной колонки около 10 килограмм. Колонки подцепили к усилителю Pioneer, модель Y9. Источник у нас неизменный. Все тот же телефон от фирмы Nokia. Ну и давайте мы уже послушаем что-нибудь. Всем приятного прослушивания. In silver chains, cause
Друзья, данные колонки выпускались в 83 году. До наших дней сохранились в очень хорошем состоянии. То есть все грани острые, ровные. Нет каких-то потертостей, битых углов, моментов, раздражающих глаз. Состояние в целом можно назвать очень хорошим. На этом я свой обзор диалога заканчиваю. Друзья, всем желаю здоровья, любви, удачи, денежного благополучия. Обязательно с вами увидимся. The other night, we was out.